Накануне вечером в дежурную часть республиканского МВД поступило сообщение о том, что в ванной комнате одной из квартир по проспекту Петра I обнаружены трупы двух жительниц Махачкалы 28 и 33 лет со следами насильственной смерти, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. Прибывшие на место правоохранители увидели у женщин колото-резанные раны от ножа. В течение суток удалось установить личность убийцы. Во время задержания подозреваемый находился в доме с ножом в руках. Он сопротивлялся и в какой-то момент ударил ножом одного из сотрудников уголовного розыска в живот и плечо. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В пресс-службе отметили, что сейчас его жизнь находится вне опасности. Подозреваемого в убийстве задержали для дальнейших разбирательств. Пока все обстоятельства и мотивы двойной расправы выясняются.